Всем привет! Сегодня я закажу доставку продуктов из магазина «Перекресток». Сегодня покажу вам самые любимые мои позиции, которые я очень часто оттуда беру. А также у моего мужа день рождения, и мы выберем ему вкусный праздничный тортик. Доставка продуктов очень облегчает жизнь и быт. Можно заказать готовую еду, если, например, вы не хотите готовить, не надо тащить тяжелые пакеты. В доставке из магазина «Перекресток» все свежее, качественное, большой ассортимент товаров, десерты, выпечка, очень люблю оттуда ягоды, заказываю клубнику, голубику, очень вкусное, сладкое. Также, если мне надо что-то заказать для детей, я тоже беру там. А по нашему промокоду Николаева20 можно получить скидку 20% на первый заказ для новых клиентов. Это приятный бонус к покупке. Давайте посмотрим вместе, что я заказала. Заказ уже у меня. Заказала Косте на день рождения тортик от Мирель, 3 шоколада. Давно на него смотрела, нам очень понравился, нежный, в меру сладкий, очень вкусный торт. Очень вкусный шоколадный бисквит, всем советую, приятная цена. Также взяла цезарь салат, удобно, что там сухарики идут, и соусы порционно, и ничего не смешно. Также взяла батончик попробовать правильного питания такой. Всегда беру голубику и клубнику, дети у меня просто обожают, сладкое, вкусное, голубика Марокко и клубнику вот такую взяла. Ягоды мы в Перекрестке берем очень часто, я готовлю тортики или просто поесть, вкусные, сладкие. Просто обожаю буррату. Кто не пробовал, обязательно попробуйте. Внутри вкусный тянущий сыр. Очень нравится мне сочетание с салатом с помидорами. Моцарелла стикс. Беру детям и себе. Очень нравится. Порционно. Можно брать куда-то с собой на улицу. Сырники взяла. Очень любим эту позицию. И также макаронс. Взяла соленая карамель и клубника. Детки сразу съели. Также взяла отбивные, беру их не первый раз, под сыром с помидоркой. Вкусные и сочные. Тефтели куриные, тоже очень нам нравится, сладкий чили соус. Дальше моя любимая позиция – это чизкейк брауни с карамелью. На видео я буду его есть и покажу поближе. У Перекрестка очень быстрая доставка. Всего 60 минут курьер уже привез пакеты. Приятно, не выходя из дома, получить заказ. Промокод и ссылку на приложение оставлю в описании под видео и в закрепленном комментарии. Или сканируйте QR-код на экране. Обязательно пользуйтесь и экономьте свое время. Я тебя, с днем рождения тебя, с днем рождения, папуля, поздравляем тебя. Загадали желание? Давайте резать будем. Доброе утро. Будем кушать с вами сегодня цезарь, роллы, тут ассорти у меня, отбивные куриные, митболы вот эти, которые куриные идут, я их очень люблю, они в кисло-сладком соусе. Тортик, это, наверное, мой фаворит среди чизкейков, это брауни и соленая карамель, клубника. Цезарь заправлю вместе с вами, он шел в пластиковом контейнере, к нему шел соус и отдельно сыр, так удобно, и сухарики, они не промокнут. Давайте. Всем приятного аппетита, кто кушает вместе со мной. Поболтаем сегодня. У нас такие насыщенные были выходные. Все расскажу. Соус очень вкусный. Немного с чесночком. Сухарики. Жесткие, классно. Люблю, когда сухарики не размягченные еще. Сырок. Сыра тут достаточно много. Так. Что у нас произошло? Сейчас покушаем и расскажу. Так, дайте. Вкусные. Уже не первый раз беру. У нас проходили день рождения, вы вначале во влоге могли видеть перед этим видео, был влог, ну кто-то может не смотрел. У Кости мама день рождения была, у Кости день рождения войдет уже в новый влог. Мы очень классно выходные отдохнули. Ездили в парк динозавров. Спасибо большое тем, кто написал девочкам про этот парк. Я вообще о нем не знала. Мне написало две девочки об этом парке.
ездили в парк динозавров в Ульяновске. Отдохнули так хорошо. Вкусный цезарь. Я забыла палочки взять. Взяла палочки. Ездили, отдыхали в выходной. Ездили Костя, Ян, у Кости сестренка, Лёва и Герман. Влог выйдет позже этого видео. Очень много снимала. У Кости день рождения сегодня. Утром вот мы задували свечи, в начале момента вы видели. Мы задували, Костя с Левой задал свечку. Герман помогал там. Но праздновать будем в выходные. Косте исполнилось 29 лет. Пишите поздравления, ему будет приятно. Вообще планировали вместе сначала видео снимать, но вчера мы приехали вот после развлечений. Лиана к нам в гости пришли. Мы с ним поужинали. И потом, если честно, ночью уже не хотелось снимать. Обнул на кофту. Зря я эту кофту надела. С перышками. Хоть я их стирала, сушила эту кофту несколько раз, все равно почему-то у меня перышки опадают. Я решила, что видео теперь будут выходить не каждый день. Раз в 3 дня, наверное. Мам, прошли день рождения. Маме я пекла красный бархат и пекла медовый. Она праздновала... Кто влог не смотрел? Мам праздновала 2 дня день рождения. Я ей сказала, сладости ничего не покупай, я буду печь торт. Я пекла красный бархат. Потом мама праздновала на выходных еще, и я ей испекла медовый. Во влоге показывала вам. Потом было еще день рождения у мамы Кости тоже. Я ей решила испечь прагу. А-ля прагу, потому что я пекла без алкоголя и без стандартного крема, который идет по ГОСТу. Но это вы все увидите во влоге позже. Я пекла прагу первый раз и так переживала. Я комментарии там начиталась под этим рецептом, что у многих не получилось, и они там, ну, ругаются в комментариях. И когда я начала свой тортик вечером собирать,
Нам надо было бисквит сделать заранее, крем заранее, чтобы он ночью стоялся в холодильнике. Там был заварной крем и плюс ганаш на темном шоколаде. Когда я торт начала собирать, у меня крем тоже показался жидковатый. Я так боялась, что он весь растечется, но нет, он пропитался, был очень вкусный. Такой шоколадно-насыщенный торт. Я, может, как-нибудь еще его повторю. Но я, начитавшись в комментариях, поняла, что нельзя судить по рецептам, по негативным комментариям. Все люди по-разному готовят. У кого-то может получиться, у кого-то нет. Тут много нюансов. Соблюдение технологий. А у Кости день рождения сегодня. Я заказала в Перекрёстке. Хотела сначала вот такой. Взять, но потом увидела три шоколада. Я его не пробовала. И решила взять. Нам понравилось очень. Что вот такие дела. А у Кости будем праздновать выходной день. Я вот думаю, может, или готовый тортик тоже куплю. Или сама печь, не знаю. Отбивная вкусная, сочная. Я их уже брала там. Мне нравятся они очень. Думала сначала, Костя сама чизкейк испечь. На столько дней пекла, что что-то захотелось покупного. Ну, конечно, вот этот восторг тортик. Он порционно продаете, можете купить. Но полноразмерную версию я не видела. Мне хотелось с вами свечку. Зажать и желание загадать. Обожглась. Вот тут зажигалки забывают. У нас черная и оранжевая. Артему, что ли, она оставлял? Так и лежат. Давайте загадаем желание. Костя сегодня задавал свечку. Давайте я за него тоже загадаю. Какое-нибудь хорошее желание. Можете тоже что-нибудь загадывать. Обязательно исполнится. А если честно, уже целый наелась. Сегодня были утром в гостях у Лианы. Я утром Лиане позвонила, говорю, я сейчас приду. В гости к тебе. Она меня просила в магазин найти кое-что ей купить. И мы у нее сегодня тусовались. Мама потом приехала. Мама, брат с моей женой. Они там с Германом нянчились, кардеем. Я отдохнула. Домой пришли, Герман сразу уснул. Черри такая сладкая. В следующий раз буду цезарь готовить, тоже не буду помидор черри разрезать напополам, потому что мне все время сок выделяют очень много. Салат там немножко постоит. Классно, что они сочные остались.
И вот и нет. Давайте клубничку. Голубику вчера Герман с Левой. Лева чуть-чуть съел. Герман съел всю упаковку. Он голубику просто обожает. Очень сладко. Тортик вам поближе покажу. Вообще классный. Хочется теперь самой теперь такой сделать. Только отдельно, получается, надо выпекать орео. Сейчас напишешь, неправильно говоришь. Мой кофе, как всегда, недопитый с утра. Так, где-то ложечку здесь оставляла, а ее нет. Давайте пробовать. Я угостила Лиану. Говорю, скажи потом мне, как тебе? Она сказала, что ей безумно понравилось. Восторг. Интересно, они выпекали с брауни или брауни сверху добавили? Просто по виду, как будто они с ним выпекали. Обязательно попробуйте вот эту позицию. Десерты вкусные. Заказывала еще макаронс. Ужас, утро съели. Ну что, будем прощаться. Спасибо, что были сегодня со мной. Я очень наелась. Всем пока. До новых встреч.